Оп. Эдшфилд, ну поехали. Илья выбрал, что ли? Да, это был я. Вот. Хочу, короче, вот это вот хуе мое приклеить себе тоже, чтобы красивенько мне светило разными цветами. Да а что, Новый год, конечно. Оно не будет... Оно не будет, типа, очень новогоднее, как у тебя, но оно, типа, как подсветочка вообще будет чётенько. Это уже не новогоднее, это круглогодичный вариант. Да-да, чисто вот знаешь, я вот сейчас сижу, у меня свет в комнате, я бы его выключил, если бы у меня светились фонарики разным цветом. Ну я не выключаю, потому что у меня лицо иначе будет совсем темное на видео. А так я, да, я без света сижу. Ну да-да. У меня вот лампы настольные, которые мне в лицо светят. Ой, косточка на кухне. Свет есть, в гараже есть шкафы. Косточка на кухне. Так, мне в лицо светят лампы, я продолжаю. Вот. И как бы, а так, если я не записываю ничего, то я, в принципе, выключаю лампы настольные. У меня только гирлянды, да. Причем они у меня круглогодично работают. У меня что-то предыдущее сломалось. Я прошу. И я что-то это забила. А так, сейчас будут висеть две гирлянды, будут гореть круглогодично. Да, у меня просто сейчас вообще все светится. У меня... Я комп поднял на стол, у меня под столом... Ау. Где? Где? В подвале. Вы думаете, мы вас не слышим, да? Да, реально. Реально, в подвале минус. Такие вообще, видно, довольные стоят, что-то болтают, перебалтываются. Кстати, а тут тоже? Ну, так это, так это одна комната. Смежная? Да. Общая. Постучал. Где? Кому постучал? Где? Да где? Ой, я реально слышу. Тук-тук-тук. А где? Почему стучать-то можно? Молотком по голове постучал? Главное, ЕМП не работает. Может, это что-то близнецы? Типа здесь где-то? Где-то наверху постучал. Нет. Странно. Я вот, честно говоря, вообще не поняла, как я... Слышала, Катя, да? Да. Я вообще не поняла, как я добилась от него звуков призрачного микрофона, потому что я ничего не слышала. Но оно сработало. А сейчас? Отлично. У меня эти шаги засчитывались. Где? Ну, он когда прошелся, такой тук-тук-тук в микрофоне засчиталось. А, может, у меня сейчас тоже шаги какие-то засчитались? Короче, я к чему говорил же, у меня сейчас все светится. Компьютер светится на столе, микрофон светится, клавиатура светится, мышка светится. Как новогодняя елка, понятно, короче. Да, теперь мне не хватает только света над головой, и все. Ты здесь? Ты рядом? А ты молодой? Светится, ты старый? Ты добрый? А ты злой? Светится, ты молодой? Да. Ты старый? Чего? Ты добрый? Ты злой? Ты молодой? Опа. Мою. Может поставить еще одну камеру? Кто-нибудь, дайте палочку. Там палочка есть. Бля, Игорь. Да, спасибо. Приятного, Софья. Да. Я просто сухарики жую. О, тут смотрите, сколько следов. Так мы видим. Вы тут фоткали? Где? На входе там. Подожди, сейчас мы опять все забьем. Осталось два кадра. Все, больше не фоткаем, все. Так, остановитесь. Дайте. Ты здесь? Ой, ты здесь? Стоим. Да, блядь, ты здесь? Ты рядом? Ты молодой? Ты старый? Пытаюсь, ты добрый? Ты злой? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Так, знаете, вот к вентилятору, может, здесь рабочий. Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Дай ей МП-5. Кто тут? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Ты чё молчишь? Я говорю, молодой, говорю, старый. Первый. Это так прикольно. Катя прием. Спиной к входу, разговаривает с призраком, а сзади заходит сначала Софья, что-то кладет. Во-во! Ходят тут всякие. Вам показалось. Разговаривать мешают. А место там еще есть? Ну слабый, но есть. Есть, да. Вон за Игорем был. Иди поговори с ним. Бесит он меня. Молчу.
Арпа нет, минус есть. Дай нам знак. Христы не жрет, это не ты Димон. Здесь. Ты рядом. Нам ЕМП от него надо, скотина. Спрятал. Мимик. Ты близко. А у нас книжки там лежат? Лежат. Что-то я минусы не вижу. Да. А да вон здесь. Там летает. Здесь, здесь. Минус 9. Что делать? Дай нам знак. Тихоня, это тень? А-а-а, Игорь. Ау. Это наша любимая под... наш любимый подвид тени. Е. Угу. Именно. Илья, скажи мне, а я в резиденте. Ау. После этой куклы дурацкой я в деревню вернусь? Угу. А, ну все тогда. То я, блин, там это... после каждого, ты после каждого, да, после каждого дома возвращаешься в деревню. Вот у меня там дом один закрытый. Видимо, я ключ достану где-то возле этой кукольного этого домика. Ну да. Там садовник, что ли, говорит, ключи оставил где-то. Садовник Беневьетто. Угу. Что-то найти никак не могу вообще. Да. Сад, сад там на подходе к этим куклам. Если это тень, почему она на меня не пугает? Может, потому что бесстрашный? Ты один. Ну, это вряд ли. Может, из-за того, что у нас все выключено, это жин, который как-то не активничает? Который джин-тоник? Джин, который джин-тоник? Женька-тоник. Да хоть на МП-то ответь, ну господи! Ты! Женька и Толик. Ну-ка дай знак нам. Слышал, нет? Знак, говорю, дай. Чё ты молчишь? Я б на твоем месте дал бы ей знак. Наш не уйдет. Опа. Это чё было, блядь? Где? Не у тебя там упало что-то? Нет. Такой звук. Ну подойди, потыкай. В меня. Может, у меня что-то упало. Не-не-не, дома в смысле. А, не. Подойди, потыкай в меня. Это как? Чё? Так, берёшь ЕМП и тыкаешь. Ищешь ЕМП 5? Да. Да нам хоть какое-то, у нас по заданию надо на ЕМП, чтобы оно сделало что-то. Господи, Софья, перестань, у меня сейчас голова закружится. Ты решила потыкать мне термометр. Термометр в ухо надо. Эй! Призрак! Дай нам знак. Блять, у меня микрофон вообще работает. Работает. Работает, работает. Ты здесь? Софья, там что-то Катя шепчет. Работает. А? Не говорит, ты что-то там с Катей шепчешь. А-а. Я вообще ничего не слышу. Опа, чего? Пианино? А? Я засек этого певца. Я. Это было Катя. Это Катя была, это я. Она убежала. Не знаю, я тебя застал на месте преступления. Меня нет, я стена, меня нет. Так надо ему это сказать, дай нам знак. Покажу тебя. Я здесь. Я говорю. Ты рядом? Боже, как это смешно было. Да, и нам нужно было. Ты здесь. А вот это уже не я. Да, я знаю. Я вообще на кухне. Так, а минуса тут уже нет? Почему? Не, он тут. Выключи свет в коридоре. В каком? В подвальном. В подвале. Нет, минус там, ты у тебя за тобой. Я там. Так, ну куда я с ним разберусь? Не знаю. Открой дверь. А ну-ка, что-то какая-то активность будет, нет? Алло! Дверь. Мы что стоим-то, блядь? О-о-о, давай. Пойдем. Достал. Кстати, у нас ЕМП по заданию, блядь. Так вот, да, а там ЕМП включено? Или... Одно у меня, я могу, как сейчас принесу. Я могу включить. Я кидаю, Игорь. Не надо, я вкину. Ты включил?
Да-да. Ну и все, ну и пошли отсюда. Пойдем карты дергать, сейчас сработает по-любому. Игорь, ты с фотиком, да? Подождите, у меня веника нет. Да, пошли. Тяни! Ты все равно меня не вытянешь. Софья, я пошутила! Опа. Ты что, прикалываешься, что? Бежим в джинсы. Ладно, все, поехали. Нормально, Игорь. Я же песню пою. Так, ну это не джин. Ты зажгла, я тоже зажгла. Хуйня, это не прокатывает. Ну я же сказала, я зажгу. Ну ты че? Парни, нам благовоние надо. Подойдите к двери. Мы вам бросим. Да, 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 конечно. Кстати, а можно вот так вот смотри, Игорь, смотри? Короче, это не ревенант, сразу учёркиваю. Вот так вот залазит. Это не джин. Это не хантер. Я кинул им благовоние. Это не морой. Под дверью благовоние, если что. Это не демон. Все? Реально валяется. Пойдем. Довольно медлительный. Да, довольно медлительный. Медлительный? Так это что... Может, Ханту, который... Нет, я сказала место, нет. Я сказала нет. Это не Ханту, скорость нет. Не а меняется. Он, в принципе, медленный. Не Ревенант. Не Ревенант, не Ханту, не Демон, не Морой, не Джин. Он нас видел, не ускорился. Не Морой, не Джин. Ну, встали, Илья, ты заходишь? Нет, ты что там? Ну, вот да, теперь да, тени. Ты все равно меня не вытянешь. Тени. У нас нет задания на рассудок? Нет. Есть. 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 ЕМП не работает, вы поняли? Куда бегем? Я тоже не понимаю, почему. Вот джинсы. Илья, я зажгу, не зажигай. Ну, хорошо. Нет, скорость вообще не меняет. Да. Не поняла, как будто кого-то не хватает. А, не, все здесь. Конечно, блять, фотка сработала, ага. Спина Софи. Хватит меня фоткать, блин, ты чё, сталкер? Данила, ты что, крейзи? Такой завершающий шажок. Не, не воя, а шажок. Пойдемте-ка блокноты посмотрим. Ой. Пойдем. Один пустой. И второй пустой, блядь. Бляха, ну какая скотина, да, ЕМП? Он, походу, отсюда приходит, да? Да. А где ЕМП? Я с собой забрал. Бежу тут? А. Не, он здесь еще. Тут 12 градусов. В минус ты имеешь, да? Кресты целые, блядь, оба. Илья, я напоминаю, благовоние только у тебя. Ну орите, если что. Я зажгу. Я, правда, зажигалка сейчас. О, надо свечку взять, чё. Дверь ему закрой, пусть он ее открывает. Да, она, кстати, была закрыта. Он, походу, отсюда спрятался. То есть он тут, да? Да. Дай нам знак. Дай знак, дерни дверь. Открой дверь. А второй ЕМП там? Открой дверь. Нет, второй в фургоне. Понял. Открой, а то я ж сюда унесла. Дверь открой. Чтобы во время атаки оно сработало. Открой дверь. Видимо, не защищает. Призрак, открой дверь. Это я. Зачем ты открыла? Я же его попросил. Открой дверь. Призрак, открой дверь. Господи, сделай что-нибудь. Хоть убей уже. Дай нам знак. Хоть убей. Хоть убей, дай знак. Так, я пошла за ЕМП, за вторым. Сейчас приду. Открой дверь. Роберт, хоть убей. Дай нам знак, открой дверь. Главное, ЕМП в фургоне лежит на полу, включенное. Открой дверь. Ты, Игорь, надеялся, что он сработает? Да. Открой дверь. Дверь я открыл. Я заходил в фургон, Кать. И у меня в фургоне было минус 12, как. Так что... Открой двери. Призрак, открой двери. Это то самое, когда в старом этом
А он тут кинул этот. Так импа там валяется. Так он тут. Вот он кинул, но это поздно уже. Поздно. Ты что, не можешь фонарик выкинуть и импа взять? Дверь открой. Дай нам знак. Да не, это уже было давно. Он вот в этой комнатке. В какой? Ну, в какой, в какой? Вот в этой, которая комнатка тут. Дай нам знак. Вон он кинул этот. Дай бизнес. Че? Да в подвале одна комнатка, алло. Так это одна и та же комната, ты че? Да, но кинул-то он тут. Значит, он где-то тут обитает. Блин, Лью, так смешно слышно. Вообще. Эй, алло. Дай знак. Кинь еще что-нибудь. А че это за звук был, блядь? Я креветку ем. Не-не-не. Похож на стыд, да. Но на ступень тоже похоже. Открой дверь, закрой дверь. Ладно, открыть дверь не получается. Закрой дверь. Дверь закрой. Софи, дай тебе на превью сфоткать. Дверь закрой, сказал. Закрой дверь, пожалуйста. Сфоткал. Ну, пожалуйста. Сфоткал? Я прошу тебя, по-братски. По-братски дверь закрой. Там, ты в курсе, что там благовоние только у него? Если он умрет. Дверь по-братски. Нам беда. Дверь, пожалуйста. Дверь открой. Дверь закрой. Открой дверь. А да, чё мы тут стоим-то? Действительно. Открой дверь. Тогда надо благовоние, блин, этот. Закрой дверь. Не благовоние, а это в другое место кинуть. Выключи свет. Включи свет. Выключи свет. Что ты стучишь? Дебилоид. Я тебе сказал, дверь открой. Господи, какой-то... О! Атака? Нет, мы тут. Да нет. Кто дверь закрывает? Нет, вот так. Призрак. Ты тут? Дверь открой. Красиво. Дверь закрой. Дверь открой, дверь закрой. Слушайте, это какой-то душнило. Будто у нас нет, да? Ну ладно. Нет, либо эти двери уже бы кончал. Дур, что ли? План какой-то. Чё потухло-то? Слушайте, может мы дернем свет карты тогда дальше? Мы вот в прятки сидим. Самое время. Не, ну вы выйдете оттуда. ЕМП-то не сработает. Ну ЕМП по дороге стоит. Его, ну атака пойдет, по дороге сработает, все. По-моему, нихера не засчитывается, Катя. Да, нет и нет, хрен. Вы заебали, я вытаскиваю. Давай. Там башня. Как раз бы. Это что значит? Ну, он сейчас там что-то сделал. МП бы посмотреть. О, нет, 25 МП. Рассудок, блин. Не сработало. Шельник. Шельник. Ага. Скотина. Ещё раз. Ага, всё. Всё? Да. Я думаю, мы не дождемся им. Я думаю, это тени, нам надо уезжать. Если это тень, почему она тогда не кошмарит нас? Вообще странно, что она ничего не делает. Типа вторую улику не дает. ЕМП не дает. Что происходит? Я. Илья? Привет. Илья? Я тут. Илья? Нормально, у него благовоние в руках, он ушел куда-то. Ты чё? Да. Что, да я тут и? Тут, горте. Сила крестик. Что вам надо? Сел крестик? Угу. Наконец-то хоть что-то сделал. Так ЕМП с ним поднеси, оно что же работает? Или... Ой, музыка! А, это кто-то наверху, да? Это близнецы. Да, это близнецы. Причем оба наверху. Ай, оп. Да, Игорь, не оп. А ну-ка возьми ЕМП, может быть сейчас что-то поймаем коротенькое.
Где оно? ТМП в руках, да? А что у нас вон, по деликам? А вон, вот. О, у нас делик-то это, кстати. Три звезды за снимок призрака и выживить со стартовым инвентарем. Выживить. Так, дай нам знак. Покажи себя. Блин, а вы радио не хотите выключить или вам нравится его слушать? Не знаю, я в фургоне. Я тоже. Вы выключили радио и ушли в фургон? Зашибись, Игорь, пошли выключить. Мы вообще-то не включали. В смысле? Тут радио работает. Где? Да на втором. Я тебе говорю, близнецы, значит. Нет. В комнате, где мы сидели. И свет нет. Горит. И свет горит. Ну, мы в фургоне. Я вот креветку ем. Ролик будет называться «Я ем креветку». Игорь, а минус там? Да, минус тут. Реально близнецы, что ли? Ну? Петух это какой-то, блядь, а не близнец. Заебал. Двери не трогают. Ходил наверху, слышал? Трогает. Че, он наверху ходит? Близнецы стесняшки какие-то. Дай нам знак. Не, окей. Покажи если себя. Близнецы, то... Закрой дверь. Открой дверь. Вот зачем вы это делаете? Кто? Мы в фургоне Че? Стоим. Блять, мне показалось, блокнот писал. Тут дверь входную закрыл. Близнецы. Может, Юрей? Игорь, беги так, давай чекнем дверь входную. Реально, Юрей! Он же закрывает дверь. Уже второй раз. Нихера нет. Я думаю, если бы я мог увидеть отпечатки на двери, я бы увидел чьи-то другие отпечатки. Вместо призрака. Блин, да ну мы же ищем. Не надо так. Вообще ноль. Минус тут. Дай нам знак. О, реально, давай с радио. Ты рядом? Блядь, толпа. Только надо положить ЕМП куда-то это. Ты здесь? Положить ЕМП куда-то старый. Рядом с предметом, который может включиться. Типа там вентилятор. Ты близко. Дверь. Ну, дверь, да. Мне так срабатывало пару раз. Ты молодой? Ты старый? Пошли наверх. Ты рядом. Ты предлагаешь по дому походить? Проверим, да. А ты со включенным ходи. Атака. Включать? Мне кажется, во время атаки не сработает. Ну, по крайней мере, он придет. Но... Ну, прийти-то он придет. Где он вообще? Я только подвал. Увидел, как дверь закрылась. Или нет, блядь. Эй, дружочек, иди нахер. Блядь, может, стрим, Юрей? Ну, дверь закрывает постоянно. Значит, Юрий. Игорь, а зачем ты вышел? Смотрю пальцы. Чтобы вы понимали, Игорь настолько бесстрашный, что во время атаки выходит. Из прятки просто что. Такой, и так пойдет. Отпечатки. Где отпечатки? Пока нигде. А. Опа, вентилятор. Включил вентиль. Бегите. Бери. ЕМП. Есть. Yes. Так, а кто это и в итоге? И выключил. А, ты выключил. Это я выключил. Непонятно, Кась. Не гудел. Пальцев нету, блядь. Близнецы? А блокнота тоже нет, да? Один точно нет, и второй нет. Ну так-то. Ну слушай, по поведению вроде... Хер знает. Может, мимик? Здесь. Не, ну мимик бы шаг менял.
Да хуйня какая-то, блядь. На тебе сюда его. Как говорила Рита, если какая-то фигня происходит в фазмофобии, это близнецы. Слушай, ну два раза дверь закрыл, входную. Это разве не Юрей? Может и Юрей. Хорошо. Если Юрей призрачный и лазерный, блядь. Лазерный... Надо смотреть, лазерного не было, по-моему, да? Ну мы стоим, и ничего не происходит. Нет. Если можно вас считать за призраков, то вы. Может, конечно, и камера стоит как-то видите, не так. Доска, она бы сказала, что перед вами призраков двое. Чё, свет включили? Да это я. Чё это, блядь, за звуки, ёбаные? Я креветку не ем. Бегает кто-то. Это не про тебя. Короче, это самый душный призрак, блядь, который у нас был. Да. Это не дух. Знать бы, сколько у нас рассудок упал, Юрей оказывает более сильное влияние на рассудок, чем другие призраки. Не, ну я думаю, что он вообще на нуле. Да, 25 мы достигли и ничего не пили с тобой. С учетом того, что 4 таблеточки стоят в ряд. Я думаю, дай нам знак. Либо Юрей, либо близнецы. Ты здесь? Ты старый? Ты молодой? Дай нам знак. И нахуй, блядь. Ладно, давайте, короче, либо Юрея, либо близнецов ставить, да ехать. Мы тут время потеряем сейчас кучу. Ничего не выиграем. Ну, давайте. $40 больше, $40 меньше. Опа. Зашибись. Оставили. Блядь, а я УЕФ, по-моему, скинул. А ты отпечатки после атаки? Я промахнулся. Я закрываю дверь, Игоря нет. Да, 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 Кать. Я ж про это говорю. Ой-ой-ой. Хуя себе. Кстати, у как... А какое дело стоит номер? У меня? 379-е. Нихуя. Ну-ка, посмотреть. Обнулиться, нет? 721, а почему у тебя так мало, Катя? А у меня обнулялось, я переносила же когда на комп с ноутбука, у меня все обнулилось. А чего вы там это делаете-то? А, вы выходите? Переживали. У нас атака была. Переживали за то, как мало у тебя ката, Катя. Да, учитывая, что уровень у меня больше, чем у тебя. Да-да. Так и шо? Катка-то меньше. Не, ну... Кого? Дверь открывал? Тьфу, закрывал? Господи, бля. Я на Юрку ставлю, да. Юрасик, как говорится. Не надо так говорить. Остановись. Ну, поехали. Юрка так Юрка. Паузу нажмёт. Потом говори. Тень. Ну блин, ну сразу же сказал. Говорю, Игорь, это наша с тобой любимая подвидность тени. Так и было. Именно поэтому я на неё и поставил. Да? Ты поставил тень? Красава. Ну вот. Меня этот Юрасик сбил. Но, сука, сколько я провел там один с нулевым рассудком, она даже не хакнула меня.